Между тем, в самой Франции накаляются предвыборные страсти. Глава Национального фронта Марин Ле Пен позаимствовала слоган Дональда Трампа и пообещала избирателям сделать Пятую республику снова великой. Также лидер ультраконсерваторов выступила против конфронтации с Россией, назвав саму концепцию российской угрозы мошеннической. На этом фоне нынешний президент Франции Франсуа Олланд призвал граждан не допустить победы Ле Пен. Согласно же прогнозам, у женщины-политика пока и нет шансов обойти двух самых серьезных соперников во втором туре. По данным опросов, Ле Пен с большим отрывом уступит как экс-министру экономики Эммануэлю Макрону, так и республиканцу Франсуа Фийону. Последний, похоже, оправляется от скандала с фиктивным трудоустройством супруги. Накануне митинг в поддержку Фийона в Париже собрал 35 тысяч человек.